Двухпалубное плавсредство в длину достигает 40 метров и разгоняется до 34 узлов, то есть примерно до 64 километров в час. Вместимость катамарана 300 пассажиров. На вручении подарка присутствовали вице-премьер Ольга Голодец и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вы стоите у самого выхода в Черное море. И мне кажется, такой подарок очень нужен Орленку. Теперь вы за несколько часов сможете доплыть, дойти, как говорят мореходы, до Сочи и Новороссийска. Вам теперь все по плечу. В добрый путь. Исполнилось 56 лет Орленку. Орленок по-прежнему молодой. И очень отрадно, что сегодня вновь в нашей стране становится престижным быть отличником, активистом, престижно быть патриотом. Я уверен, вам предстоит делать будущее нашей великой страны. Что касается подарка, безусловно, Ольга Юрьевна правильно сказала, благодаря этому катеру теперь вы как орлята сможете не только летать, но и плавать, ходить, как говорит, по воде. Зампред правительства и глава региона оценили катамараны внутри, были приятно удивлены комфортабельностью салона. Везде установлены системы кондиционирования и панорамное остекление. Ольга Голодец и Вениамин Кондратьев также осмотрели территорию детского лагеря «Орленок», его новые строящиеся объекты.